хватало вот такого коллектива. Нереальный коллектив, душа нашего народу, Триода. Ощущение, как будто они братья. Для меня это вот такой пример какой-то дружбы мужской. И поэтому каждый из них дополняет. Более мягкий Вова, более мужественный и там сильный Саша. Андрюха, у него фишка всегда, он когда начинает петь, там, под ним, у него модуляция или еще что, у него постоянно открываются глаза. Вова вообще уникальный. У меня ощущение, как будто он постоянно удивлен. Вау, парни, это что, с нами все, да? И говорю вам, да. Мне хочется, чтобы они стали, можно сказать, гордостью Украины, что у нас есть такие, такие пацаны, которые так поют. Они вышли на тот уровень, когда нужно расширять свои возможности, пробовать себя в чем-то новом. О, пацаны! Заходите, заходите! У вас прекрасные такие голоса, раскачанные. Раскачанные. Поэтому нам нужно раскачать вас именно в танце, в движении. Да, Бубочка, сейчас страшно! Спершу в наших очах був переляк через те, що ми не знали, як буде відбуватися урок танців. Вова, не портач! Він просто нас розкріпостив. Ти відчув себе в дитинстві, відчув себе таким, таким вільним. Отак, як вдома. Хочу, йду на вікно, хочу, падаю, хочу, стрибаю. Я выхожу в зал хореографический с Кином, с Триодой, и меня просто разрывает на части. 5, 6, 7! Ха! 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 Вперед! Ха! Не поверите, вот я, у меня комплекс, я вот боюсь петь. Ми хочемо, щоб цей ефір заставив людей танцювати, заставив людей радіти і самим насолоджуватись позитивними емоціями і дарувати їх іншим. Тріода. To be true, can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Too good to be true. Can't take my eyes off.
Андрій, Сашко, Володю, що тут скажеш? Сцена шкварчить, зала шкварчить, чи це серце в мене шкварчить? Ну, я думаю, все разом. Ну що ж, продовжимо наш сьогоднішній марафон запитань від глядачів. Рябчук Ірина питає. Привіт, хлопці! Якби сьогодні був останній день перед кінцем світу, що б ви зробили в першу чергу? Просто що деколи. Ну, що би ви зробили, кожен із вас, якби сьогодні був, боронь Боже, останній кінець. Останній день. Можна я? Давай. Я би хотів стрибнути з парашутом. Дуже сильно, не знаю. Сподіваюся, щоб ти встиг би. Дякую. Відкрити колечко. Ну? А я б... Давай, давай, кажи. Ну, я не знаю, яка в мене мрія, але... Іди до нас сюди, іди. Що б зробив? О, неправильне запитання. Це не просте запитання. Давайте інше. Ні, я зараз. Давай, Даш. Шлі годи. Я б хотів побувати у Франції. Ну, я сподіваюся, встиг би. Ні, чесно, я би хотів заспівати свою улюблену пісню з хлопцями. Дякую. Ну. А взагалі кожен день останній у нас. І ніколи не відкладайте ті справи, які можна зробити сьогодні, на завтра. Угу. Скажіть «люблю» тим людям, яких любите. Ніколи просто живіть, як останній день. Щоб ось цей день був для вас незабутнім. І щоб ви завжди... Ви завжди цінували цей день. Отак живіть, дорогі українці. Дякую. Приєднуюсь, цілком приєднуюсь. Серега, що скажеш? За сказане. Во-первых, во-вторых, мне очень понравились девушки в форме. Это прекрасно. Захотелось отслужить в армии ваших барабанщиц и дослужиться там до генерала. Но помимо этого... Триода, как всегда, музыкально великолепна. Есть артисты, которых хотят, есть артисты, которых жалеют. А вы третья категория. Вами восхищаются, потому что есть талант. И вы талантом доказываете каждый раз, что вы достойны. Триода, браво. Дякую. Ира. Вы знаете, я не перестаю удивляться, какие вы интеллигентные. И как люди, и музыкально интеллигентные. И как вам безумно идут сегодня костюмы. Вам невероятно идут костюмы. Вы просто у меня вызываете вот
ну, не знаю, вы фирменные, вы какие-то не такие. То, что вы не такие, как все, это 100%. Но сегодня это... Скажи так. Естественно. Но сегодня это что-то. По поводу вокально-музыкально всего вот этого вот. И хореографического, кстати, тоже. Ну, тут нет слов, ребят, правда. Я вас очень люблю, вы красавцы. Дякую. Сергею. Вы знаете, а меня этот номер больше, наверное, насмешил. Я не понял восхищения своих коллег. Мне показалось, что это было очень провинциально, к сожалению. Не было того драйва, который должен быть в танцевальном хите. Этого не было. Хотя, понимаете, было, казалось бы, все к этому подводило, подводило. Но это тот самый случай, когда замах на гривну, а удар на копейку. Зачем эти барабанщицы, которые, кстати, очень много напортачили здесь? Ну, ходили нестройно, красиво. Ходили нестройно, а мы знали, что вам не спотыкались. Что это, история про кавалерист-девицу Надежду Дурову? Это что, гусарская баллада? Зачем здесь барабанщицы? Какой, как говорится, куда их приклеить? Совершенно непонятно, к чему это все. Вот. А ребята, ну так что-то, ну это... Не то, это не тот уровень. Сашко вот старался. Сашко здорово. Вот он. Володя! Володя, я ведь тебе говорил, нужно отдаваться хиту танцевальному. Специально к тебе подошел, говорю, больше работай лицом, двигайся. Вот ты проседаешь в этой троице. Да він же пройшов шлях, як до Марса пішки. Стоял каменный совершенно. Ну, Андрей тоже старался. Сашко вот все пытался вытянуть на себе. Но в целом это смотрелось претенциозно, но довольно слабо, к сожалению. Дякую. Дякую. Ігоре, відповідай. Да, провинційні коментарі також бувають. Но я не из провинции приехал, Игорь. Я тебе мушу розчарувати. Основні події трапляються на сонці, а не в Москве. В всей сонячной системе. Это ты к тому, что Москва это большая деревня, что ли? О, как ты вгадал, боже. Ты всю жизнь это слышал. Вот возьму и не подарю вам подарки на Новый год, если будете ругаться. Ты соседа Ивановы называешь? Что сказать вам, москвичи, на прощание. Скажи. Значит, дивіться. Я вважаю, що сьогодні в ефірі номер 9 найкраще виступили колективи. Це Тріода... найкраще із найкращих виступів за всі сезони X-Factor. Ні. За всі мирові сезони, не тільки здесь. Ні, Сережа. Во Франції, США, це лучший із лучших виступів, які тільки можуть бути в принципі. Значить, дивіться, секундочку. Для тих, хто не розуміє української мови, повторюю. В сьогоднішньому ефірі поки що найкраще виступили колективи, включаючи цю пісню «Тріоди». Спасибі, хлопці. Дякую. Шановні глядачі, не стомлююсь нагадувати, що склад великого фіналу залежить виключно.